Привет, меня зовут Настя Клейвер, а это Алина. И сегодня вместе с ней мы научим вас кататься на пониборде. Поехали! Полетели! Наверное, первое правило для новичков – это полнейшая концентрация. Убери все, что может тебе помешать. Это и музыка, и копна волос. Вы должны почувствовать вашу доску. Встаньте на траву и ищите удобную для вас позицию для езды. Помните, что опорная нога не должна заезжать за первые два шурупа. Переходите на асфальт и выбирайте опорную ногу. Например, для меня это правая, а для Алины это левая. Вращать совсем не сложно. Опорной ногой сохраняйте равновесие и маневрируйте в ту сторону, в которую вам нужно. А для наглядности мы положили рюкзак. Удачи вам в начинаниях и не падайте! Ну вот, в общем-то, и все правила. Берите в руки ваши доски и выбирайтесь из дома, чтобы кататься. На улице тепло. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте мне палец вверх, подписывайтесь на мой канал, ведь скоро появятся новые рубрики, и оставляйте ваши комментарии внизу. А пока, пока-пока. Ну, это прикольно.